Первый игрок теперь у нас Норман. Опять проверяем на благословление для обоих сыщиков. Бросаем один кубик для Нормана. Так, сохраняем. Один кубик для Йорика. Сохраняем. Далее движение. Норман. Три пункта движения. Куда бы он может пойти? С Шаготом лучше не драться. Здесь тоже. Давайте пойдем сразимся с культистом для разнообразия. Так. Переходим к бою. Плюс один. Три. Семь кубиков. И успехом у нас считается и четверка. Стой. Четыре. Пять. Шесть. Семь. Так, у нас есть как минимум один успех. Еще один трофей для Нормана. А Йорик переходит во вторую половину. Вытягиваем контакт. Желтый или зеленый? Не подходит. Желтый не подходит, так как это специфический Юготу. Синий не подходит. Желтый. Город Великой Расы первый. Пройдите проверку боя с модификатором минус один или потеряйте одну единицу здоровья и одну единицу рассудка. Так. 4 плюс 1 минус 1 это 4 кубика. И успех у нас считается и 4. Так, бросаем. И у нас есть один успех этого. То есть у нас аж 4 успеха, этого более чем достаточно. И наша любимая фаза мифа. Так, не называемое. Монстр не появляется и передвигается и глубоководный, и маньяк. Так, глубоководный по черному. Значит, он у нас идет наверх, а маньяк идет к Шаготу. Так, и древний корабль-призрак. А, и улика в лесах. Так, древний корабль-призрак прибыл. Вархам, выпустив двух монстров на улице торгового района. Ну, у нас сколько монстров? Раз, два, три. Это значит, что он выпускает всего одного, другой у нас идет на окраину. Так, на улицах торгового района у нас оказывается дитя козы, а на окраину у нас идет спектральный охотник. У нас самый один из поганейших монстров. И на этом ход заканчивается.